Добрый день, уважаемый Михаил Петрович и подписчики канала Silicon Valley Voice. Меня зовут Ольга, мне 26 лет, я из Пензы. Надеюсь, когда-нибудь я появлюсь на этом канале не только в качестве участницы конкурса, но и также в качестве ученицы Портнов Computer School. А сегодня я хотела бы рассказать о том, что такое для меня хорошо. Что в моей жизни хорошо? Вопрос не из простых. Гулять, дышать, искать, мечтать, любить моих родных. Но если честно, то порой случается момент, когда подгадит, норовит какой ты декадент. И кажется, о боже мой, я знаю наперед, жизнь кончена, спасенья нет в мой 31 год. Так как в депрессию не впасть? Я дам ответ простой. Чтоб хорошо было внутри, смени ты свой настрой. Начальник, деспот и тиран всю душеньку истряс. Не обязательно писать на двери «Love». Удар вражине нанести из-под тишка милей. Сам стань начальником его и отомсти быстрей. Сосед безмолвно, вероломно царапнул твой лифан салана. Поддавшись чувствам, не спеши воткнуть в него свою катану. Ведь Дао учит быть смиренным. Смирись и ты, вину прощая. Что в хату ты вселил узбеков, сосед пока что ведь не знает. Проход к подъезду заградила шальная гопников компашка. А сиги есть? Дай закурить. Я провожу тебя, милашка. Не дрейф. Скажи пароль «Крым наш». Сниму еноту, сразу ясно, что ты хоть и интеллигент, но все же человек прекрасный. Но если честно, то порой настроя только маловато. Куда идти? Когда? Зачем? Нам, юным, часто непонятно. Но дядя Миша, он как крестный. Советом он всегда поможет. И отпадают все вопросы. Мне хорошо, ничто не гложет.